11-летний мальчик выпал из окна последнего этажа девятиэтажки на Металлургов. Трагедия произошла накануне, 30 января, в районе 5 вечера. Ребенка обнаружили сотрудники предприятия, находящегося рядом с многоэтажкой. Окровавленный мальчик лежал на снегу, у него еще прощупывался пульс. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пятиклассника с тяжелыми травмами увезли в больницу. Несмотря на старания медиков, сегодня утром он скончался. На месте падения до сих пор остались следы крови. Слышали крик ребенка, ну и потом удар, после чего подбежали, увидели лежащего ребенка, в трусиках он был, накрыли его курточкой. Минут через пять после происшествия выбежала женщина, судя по всему, была мать, стала снимать с него курточку. Она была в шоковом состоянии, когда приехала скорая, ее в скорую не пустили. Пятиклассник проживал с мамой, папой, младшей сестрой, занимался футболом. Соседи говорят, семья переехала в дом 3 года назад и за это время зарекомендовала себе исключительно с положительной стороны. Пожилая женщина, живущая под квартирой, из окна которой выпал мальчик, также отзывается о соседях сверху, как о дружных и спокойных. Никаких скандалов. Нет. Тишина, все, у нас все тишина. Вот я же никуда не выхожу, я бы услышала, нет, все нормально. А они над вами живут? Они над нами живут. Мальчик всегда здоровался, вежливый был, хороший. Очень хорошая, спортивная семья, скромные, надежные люди. Не пьют, не курят, и я не могу сказать. Рядочная семья, правда. Дети занимаются танцами, футболом. Ну точно, они не наркоманы, не алкоголики, а на вид нормальной семьи.